С начала этого года более 2000 педагогов из Донецкой Народной Республики повысили уровень своей квалификации в России. На прошлой неделе удостоверение о повышении квалификации в РФ получили еще около 300 работников школ и учреждений среднего профессионального образования республики. Очередные курсы повышения квалификации для педагогов из Донбасса на этот раз проводились Центром дополнительного образования и просвещения города Сочи. Занятия были организованы в дистанционном режиме. Работа на платформе включала в себя непосредственно и общение с модераторами, и общение с педагогами Российской Федерации. Также очень интересные задания, которые выполняли педагоги Донецкой Народной Республики. Это задания по обмену знаниям, опытом, методик преподавания. По окончании обучения педагогам выдали сертификаты, удостоверяющие повышение квалификации. Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков подчеркнул важность совершенствования навыков учителей и постепенной интеграции в российское образовательное пространство. Мы перешли на российские образовательные стандарты, на российские программы. И, конечно же, для того, чтобы мы их успешно внедряли в практику, нам необходимо прежде всего хорошо обучить наших учителей и преподавателей.